Итак, перед нами собран стенд, характеризующий работу системы электропитания любого многоквартирного жилого дома, либо объекта частного сектора с трехфазным вводом, либо однофазным, подключенный от линии электропитания 0,4 кВт. Вот у нас приходится на трехполюсной автоматический выключатель, и дальше распределяется пофазно. На каждую фазу приходится нагрузка 40 Вт. В качестве нагрузки у нас выступают лампочки накаливания. Итак, напряжение на фазе А 239 вольт, напряжение на фазе Б 225 вольт, напряжение на фазе С 232 вольта. Что же происходит, когда обрывается у нас нейтраль? Пока нагрузка равномерна, напряжение держится в норме. Напряжение на фазе А 237 вольт, напряжение на фазе Б 224 вольта, напряжение на фазе С 234 вольта. Но если кто-то из абонентов включит в сеть дополнительную нагрузку, в качестве дополнительной нагрузки у меня выступает обычный бытовой тепловентилятор. Подключаем. Включаем тепловентилятор. Напряжение на фазе А упало у нас до 0. Напряжение на фазах Б и С возросло до 416 вольт. Напряжение на фазе Б 416, напряжение на фазе С 417, плюс-минус погрешность. Лампочки на фазах Б и С перегорели.